Vladimir e unul dintre sportivii care poate fi văzut pe lacul înghețat din parcul Valea Trandafirilor. A prins echilibru pe patine acum 30 de ani și de atunci profită de ger cât permit temperaturile de afară. Nu, eu de aici начал. То есть у нас озеро или всё, или больше ничего. Dumitru, colegul său de patine, e pasionat de hockey de 15 ani. Spune că nu schimbă lacul pe niciun patinoar din lume. Кайф, если просто проще говоря, здесь скорость, здесь реакция, здесь командная игра. Хоккей это действительно мужской вид спорта. На катке ты в клеточке, и ты понимаешь, что здесь просто полная свобода. Ты можешь одного берега в другому набрать скорость такую, как хочешь. Бърбаци спун că sporturile de iarnă sunt unele dintre cele mai frumoase, doar că tinerii din țara noastră nu au condiții pentru a le practica. Наверное, одна из самых ужасных ситуаций по поводу зимних видов спорта вообще в Европе, потому что, наверное, нет другой такой столицы в Европе, где нет ни одного нормального катка. У нас есть один единственный коммерческий каток, который работает 2 месяца в году, 3. Цены там не низкие. I-am întrebat cum de se aventurează pe gheață, mai ales când autoritățile avertizează că aceasta este fragilă. Bărbații ne-au spus că au metoda lor de a se asigura. Мы перед тем, как сюда вылезть, у нас есть видео, если кто-то подойдет, нам вот полицейский, коп, я им говорю, мы просверлили шуруповертом 9 сантиметров. Согласно инструкции при советском времени, была инструкция безопасный выход на лед, это 7 сантиметров. Здесь 9 было до мороза, сейчас тут 15, не меньше. Totuși, sportivii nu le recomandă celor nepregătiți să pășească pe lacul înghețat. Всегда есть риски. Есть места, где лед тонкий, поэтому мы вообще, ну, стараемся не пропагандировать вот все вот эти походы на лед, потому что, ну, не нужно, неопытному человеку это вообще не нужно.